Леонид Филатов поучаствовал в любовном треугольнике. Он, Валерий Золотухин и Нина Шацкая. Все они играли в театре на Таганке. Шацкая была женой Золотухина, но Филатов влюбился в нее до смерти. Неизвестно, ответила бы Шацкая взаимностью Филатову, если бы в браке у нее все было хорошо. Но хорошего там было мало. Золотухин постоянно изменял жене. Что? Особенно и не скрывая свои похождения, Золотухин не менялся. И тогда Шацкая обратила свои взгляды в сторону Филатова. Начался тайный роман. Ведь Филатов тогда тоже был не свободен. Долгих 10 лет актеры встречались украдкой. В итоге Филатов с Шацкой все же развелись со своими половинками. Поженились. Нина ни разу не пожалела о своем решении. Филатов стал идеальным мужем. Они прожили вместе больше 20 лет. Последние годы Филатов плохо себя чувствовал, переживал последствия инсульта. Верная жена была с ним до последнего.